Сегодня утром было парализовано движение между Чебоксарами и Новочебоксарском. Там произошло массовое ДТП. По последним данным, столкнулись 8 автомашин. Пострадал один человек. Погибших нет. Воскресенье, 17 ноября, Всемирный день памяти жертв ДТП. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье ноября. Идея его проведения принадлежит британскому благотворительному фонду помощи жертвам ДТП, который отмечает эту памятную дату с 1993 года. В Европе это был самый трагичный год. На дорогах погибли почти 50 тысяч человек. Сегодня на новость об очередной аварии уже почти не обращают внимания. Война на дорогах превратилась в обыденное явление. В мире каждый день в транспортных происшествиях погибают около 3500 человек. Десятки тысяч становятся инвалидами. ДТП наносит колоссальный урон всему человечеству, как с демографической, так и с экономической точки зрения. По данным статистики, только за 10 месяцев этого года в России в ДТП погибли более 21 тысячи человек и пострадали свыше 212 тысяч. В Чебоксарах за это же время в 665 авариях погибли 24 человека и 764 получили ранения. Причем большинство жертв – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. 88% ДТП произошло по вине водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения. Среди самых распространенных причин – превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и нарушение правил проезда перекрест.